Но многие военачальники не всегда положительно оценивали партизанскую войну. Удаленность от штабов часто приводила к тому, что действия партизанских отрядов были недостаточно организованы и приносили не столько пользу, сколько вред общему ходу военных операций. В некоторых отрядах разлаживалась дисциплина. Из воспоминаний барона Врангеля. Полковника Шкуро я знал по работе его в лесистых Карпатах, во главе партизанского отряда. За немногими исключениями туда шли главным образом худшие элементы офицерства, тяготившиеся службой в родных частях. Отряд полковника Шкуро во главе со своим начальником большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил, пока, наконец, по настоянию командира корпуса Крымова не был отозван с участка корпуса.